России. Все возможные точки на их последней траектории. Да, милорд, мы найдем их. Не подведите меня снова, адмирал. Всем внимание! Поворачиваем! Зола, на этот раз вы зашли слишком далеко. Нет, я не замолчу, Чубака. Почему меня никто не слушает? Они меняют курс. Иди в отсек и отключи магнитный захват. Не понимаю, чем нам это поможет. Сдаться вполне приемлемой альтернативой в чрезвычайных обстоятельствах. Империя, возможно... Спасибо. Что будешь теперь делать? Они должны скинуть мусор перед тем, как войти в гиперпространство. С ним-то мы и улетим отсюда. Улетим, как мусор. А дальше? Мы должны отыскать безопасный порт. Есть идеи? А мы где? Система Анод. Здесь выбор небольшой. Да. Постой. Это интересно. Далеко, но мы дотянем. Так, чё, готовься.
Отлетаем. Умеешь поразить. Не часто, но бывает. А если на Соколе, так вообще. О, да, все уже знают, что твой Сокол будет летать даже в 7-м эпизоде. И это так. Ой, слушай, а вроде ничего у нас маскировочка. Как думаешь, не узнают? Если меня узнают в этом виде, я скажу, что это была твоя идея. Ой, да ладно тебе. Мне кажется, тебе очень идет вообще. Ты вполне симпатичная такая принцесска. Только с прической, мне кажется, что-то не так. Все, зашибись. Думаешь? Ну вообще, да, симпатичная очень. R2! R2! Скажи, пожалуйста, а что это за система? Планета Сатурн. Никогда здесь не был. Что? Ты же говорил, что бывал тут 100 раз. Ну, неподалеку. Ну ты в своем репертуаре, Хэн. R2, что же тут есть? Он говорит, что здесь есть джедаи. Интересно, с чего они здесь? Джедаи? Неужели они выжили после приказа 66? Он говорит, что здесь сиситы есть. Очень интересно. Почему же тогда? Слушай, может быть, куда-нибудь спрячемся, а? Да, было бы неплохо. Возможно, они здесь сражаются. Да, давай-ка, может быть, здесь что-то они смогут даже тебя обучить. Что значит «даже»? Не значит.
между прочим, если бы я обладала раньше такими навыками, я бы уж точно не попала в плен к имперцам тогда. Это да. А может быть, хорошо, что ты не обладала такими навыками, и мне пришлось тебя спасать? Ну, в определенном смысле. Кстати, об империи. Интересно, а империя-то тут есть? Давай посмотрим. Тот самый? Точно. Что же они тут делают-то? R2 говорит, что ты ничего не перепутал. А он говорит, что они отошли от дел империи, теперь занимаются добрыми делами, помогают детям. Интересно, только детям имперцев? Нет. Нет, всем детям, которым нужна помощь. Вот это здорово. Хорошо, что теперь есть такие люди, цели. Да, это здорово. Здорово. R2, а повстанцы здесь есть? Ого, говоришь, что здесь есть повстанцы? Значит, это не совсем дыра. Вообще-то именно это оно и значит. Я все слышу. Бе-бе-бе. Они тоже занимаются добрыми делами и помогают детям в борьбе со страшными заболеваниями. Вместе с Империей? Удивительная планета. Действительно. Пожалуй, точно надо их навестить и к ним подойти. Даже не успела выхватить. Что это было? Хорошо, что они были далеко. Это были наемники. Хэн, когда ты прикрываешь меня в таком костюме? Ну, мне же за тебя прятаться. Кстати, а что это у тебя вообще такое? Титул. Правда? Так, да. Так это были наемники? Интересно, что они здесь делали? Кто, мандалорцы? Ну, не все наемники мандалорцы. Не все мандалорцы наемники. Так что, кто же это было, да? Оу. Thank you.
Это что, был Боба Фетт? Не каждый человек в мандалорской броне — это Боба Фетт. Правда? Был кулак красного кулака, если я не ошибаюсь. Вообще было бы неплохо к ним подойти, посмотреть, чем они занимаются. Я уверен, что это было бы достаточно интересно. Оружие, солдаты, кодекс чести. Хэр, ты как маленький мальчик. Тебе только подавай там пистолетики, пиу-пиу, солдатики. Между прочим, мне кажется, что у них можно многое узнать о культуре Мандалора. Ну, то бишь об оружии, солдатах, кодексе чести. Вообще тут, я смотрю, очень много народу. Интересно, на что они живут вообще на этой планете? Подозреваю, что как и на любой планете внешнего кольца, на доход с азартных игр. Ой, опять эти твои карты. Слушай, ну тебе тогда тут точно понравится. Это да. Захочешь выиграть, наверное, какое-нибудь очередное ведро гаек. Ну, почему бы и нет? Между прочим, я тебя однажды планету выиграл. Ну, я не уверена, что это было то, что я хотела от тебя получить. Хотела другую планету? Вполне возможно. Привет. Так, а вообще, почему обязательно играть в карточные игры? Ведь достаточно много других игр, тихих, спокойных. Вот Imaginarium, например. Ну, ты меня как-нибудь научишь в него играть. Или здесь можно научиться. Ну, или еще какие-нибудь настольные игры. Я вот видел, здесь играли в какие-то небольшие самолетики, солдатики, стратегия. Это очень далеко. Хэн, ну ты позоришься. Это же стратегические игры. Это же мы вот на Альдеране всегда в них играли. Это вот благородная игра. Поэтому он и взорвал. Хэн. Между прочим, здесь есть эти стратегические игры, и мы можем в них играть. Слушай, а тут вообще на самом деле я бы вывезла отсюда какой-нибудь магнитик или что-нибудь такое, как ты думаешь? Да, было бы неплохо, где его взять? Возможно, тут есть какие-то магазины. Ой, я уже отсюда вижу какую-то вывеску, а может быть нам стоит купить каких-нибудь эксклюзивных фигурок или вообще чего-нибудь поинтереснее, а? Да, как ты думаешь? Да, я вот вижу еще один магазин там. Тоже с большим ассортиментом. Пожалуй, обязательно стоит зайти. А, и между прочим, с этой твоей войной я вообще напрочь забыла о том, что я девушка. Ну, вот хотя бы посмотрите. Но вообще нужно какие-то украшения покупать, как вы думаете? То есть металлического бикини, ошейника с цепи тебе мало? Даже не напоминай. Мне нравится. Ну, между прочим, украшения в стиле стимпанк, я думаю, вполне мне подойдут даже к этим штанишка. Кстати, сколько им лет уже, а? Ну, они мои счастливые, я их не стирал с битой бриями. Много. Я надеюсь, что они принесут нам сегодня удачу. Ну, иначе... Тут же есть еще музей. Хэр. Хэн, пожалуйста, пожалуйста. Мы уже сходим в музей, пожалуйста. Тигномотина. Ты будешь каждую деталь просматривать по 3 часа. Хэн, между прочим, из этих деталей состоит твой сокол. Твой обожаемый, любимый, святой сокол. И вообще, мы должны много узнать об этой планете. И вообще, это наши истоки. Мы должны сходить в музей. Истоки этой планеты. Твои истоки покупили 100 грамм. Хэн. И, между прочим, мы так давно никуда культурно не выбирались. Каждую пятницу в кантину. Хэн, я сказала культурно. Р2, хватит ругаться. Р2, кстати, я хотела у тебя спросить, а тут вообще Галанет ловит? Я же вообще-то политик. Новости посмотреть, контакты. Ну, кажется, он что-то нашел, как ты думаешь? Ну, Р2, воспроизведи. Воспроизведи, что ты увидела. Кто рано встает? Тот в цирке не смеется. Чем же мне заняться на сегодня? Набить на черт.
эфир и дурацкое радио. Ведь вы видите это, которое мне даже ни черта не слушают и даже не пишут мне в чат. Добрый день, дорогие друзья, с вами Радио Нестандарт и... Всем-всем привет от Бога, передаю вам своей замечательной белоснежной студии. Дорогие друзья, с вами я, ваш вечный ведущий, Витя Лисичкин, и это сегодня с вами... Самый профессиональный ведущий Радио Нестандарт, Витя Матыч, среди самых профессиональных ведущих всего мира, ведущих Радио Нестандарт. Будьте с нами. Голову попал в порядке. Я летим ее поедать. Представьте, утро, день, вечер, ночь, не знаю, кому что угоднее, потому что все это дело будет на Марс. Не следует бить девочку, которая вам понравилась очень сильно лопаткой или совочком по голове. Не стоит бить этой лопаткой сразу несколько девочек. Все будут считать, что он какой-то ветреный. А мы на Нестандарте все шоу. Вы слушаете радио Нестандарт. Нестандарт. Да, главное, что мы слышим, что надеюсь, нас не засекли. Очень надеюсь. О, Арбуа говорит, что здесь есть летная академия. Та самая, про которую ты рассказывал? Которую я так долго оканчивал. Я бы вспомнил станочные симуляторы. Вряд ли даже Java мог сделать газ. А инструкторы профессионалы. Ну, значит, тебе точно это поможет. Хэн, куда ты смотришь, а? Интересно, все так одеваются? Очень напоминает твой костюмчик из дворца Джоба. Хэн, я попросила, не напоминай. Так, ну-ка пойдем поговорим, а? Мне здесь еще больше нравится. Ну хватит уже. R2, а что тут еще есть? О, лектория, говоришь? А я бы сходила. Ну, во-первых, можно много чего узнать о костюмах. Нам с тобой, да, мне кажется, очень тепло. По-моему, тебе. А я что? А ты что? Ты симпатяшка? Ну и вообще моделирование, опять же бои на световых мечах. Я бы тебе световой меч в руки не давал. А Люк давал. Почему он там давал?
Ну, Хэн, мы так давно этого не делали, а? Ну что, маленький, что ли? Ну, а цветы? Может, еще цветов прийти подарить? Обязательно, да. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Как все нормальные люди, а? Я здесь нормальных людей. Давай сходим в кино уже, а? Что, прям здесь? Ну, между прочим, да. Ну, да. Как ты думаешь? Я думаю, стоит. Еще в фотобудку заглянем. Фотобудку, да, это так романтично. Только не в таком виде. Мне нужно выпить и поесть. Р2. Ну вот видишь, что-то кафе есть недалеко. Давай сходим. Да, рядом с казино. Хэн. Да. Нет, мы не пойдем в казино. Нет, мы пойдем сначала в казино, выиграем там денег, а потом пойдем в кино, за цацками, куда угодно. Ловлю на слове. Угу. Ага. Окей. Ладно. Слушай, джедаи опять что ли, да? По-моему, да. И нам лучше отсюда свалить. Да уж, давай. Могу. Между прочим, пока они тут махались,
Мы выяснили, что тут где. Итак, прямо и направо будет клуб «Авиатор. Большое фойе». В нем вы можете увидеть стенды 501-го легиона, легиона повстанцев, стенд «Лей Метал Бикини». Из него же ведет вход в малый зал, где будут семинары. Уже сейчас, с часу дня начинаются семинары. Не пропускайте, по возможности. Что у нас еще? Сразу в фойе у нас магазины, у нас стенд мандалорцев, тот самый клан Красного Кулака, я думаю, что никто не пройдет мимо. И, соответственно, налево можно найти кафе, антикафе. И казино. Казино. Казино обязательно нужно. Буквально через 5 минут. Да, будет фильм, фан-фильм, Dark Resurrection называется, продолжительность 40 минут с субтитрами, поэтому кто желает, может остаться посмотреть. Ну мы обязательно посмотрим, ты же обещал. Да, мы-то по-любому будем смотреть. Ну конечно, ты попал. Да, я попал. Но сначала фоткаться, и пить, и есть, и играть. Собственно, для всех желающих работает фотоугол, фотографируйтесь, гуляйте. И встретимся после фильма в этом зале аж в 4 часа. Не пропускайте, не опаздывайте. Вас ждет много интересного. Развлекайтесь.